И снова здравствуйте, дорогие друзья, любители компьютерных игр. Мы продолжаем проходить Watch Dogs. В прошлой серии мы занимались взломом системы CTOS. В общем, с сайд-квестами. Так, а в это я хотел бы что-нибудь сюжетное. Или вот какое-то расследование, да, у нас есть. По всему городу разбросаны пустые ящики. В этих задачных ящиках можно найти самодельные устройства, а также аудиозаписи. Ага. Прикольно. А это что у нас? Изготовление устройств. Ломбард. Тут, кстати, еще одна CTOS. Это, по-моему, последняя на этом острове. Так что, в принципе, можно ею заняться. Тут что у нас такое? Бизнес. Бизнес нас не интересует. Еще одно расследование. А, нет, вот еще CTOS. Ну, я думаю, давайте добьем CTOS. Всегда успеем заняться чем-нибудь сюжетным. Не знаю, большая ли здесь сюжетная кампания. Еще так плетемся, ребят. У меня такая машина, что плестись грех на ней. Где-то прямо здесь. Какую-то нигерскую тачку украл. Вон я его вижу. Что-то там дымится. По-моему, тут что-то есть. Ого, 4 точки. Черт, время поджимает. 3 минуты. Так, где-то прямо здесь. Блин, вот запрятали, а? Обязательно туда пролазить надо. Понятно, как мне его взорвать. Как мне его так взорвать, чтобы без последствий? Да залезь ты на машину, господи. Боже ж ты мой. Да не могу я отсюда. Здрасте. Вот с верхотуры надо стрельнуть так, чтобы попасть. Ладно, давайте пока займемся другими, что ли. Блин, вот теперь могу взломать. Да блин! Ну только что же было взломать. Окей, понятно. Примерно.
Может, стой, с камеры мы увидим? Нет. Тут, короче, надо технично так стрельнуть, чтобы не попасть в газобаллон, видимо. Это я. Твою мать, как взорвать это говно? Черт, время поджимает. Да я знаю. А может быть, в него выстрелить и смотаться, пока он там дымится или что-то такое? Шевелись, перц. А, все, шевелись, сучонок. Сразу два нейтрализовали. Что-то я забыл еще где один. За ящиками, да, здесь? Ну да. А ну-ка, я могу дубинку взять свою? Давай же, взламывай. Ага, Пирс, ты придурок, а? Да вот каким образом я должен? Блин, отсюда уже не работает. Давайте попробуем то, что я замыслил. Может, этот забор тоже можно выстрелить? Да. О. Отлично. Боссы вешают всем лапшу на уши по поводу глобального потенциала сети ОС. По крайней мере, в богатых странах. Прям светятся, когда вещают. Вспоминают тех, кто изменил мир. Эдисона, Александра Белла. Хочется поверить, но вдруг понимаешь, что они могут сделать. Как сказал Рэй... Представим, что все города Европы, Азии, Африки вдруг стали одной большой и дружной деревней. Система наблюдения, база данных на кого угодно, все общее. Щепотку алгоритмов прогнозирования, обратная связь, воздействие на подсознание. Блин. Я создал систему, могу ее убить. Она замороченная, пока не добрут. У меня есть время. С одной стороны, хорошо, конечно, когда все как на ладони. За всеми можно уследить, но с другой стороны, хочется пожить личной жизнью, извините меня. Так, где у нас еще одна система сети ОС? Это где-то на севере, да, я видел? Да, вот она же где. Так, преступление, ну его нафиг. Преступников в этом городе, блин, больше, чем добропорядочных граждан, я так понимаю. We'll be right back.
У них там в Чикаго какие-то другие правила дорожного движения, не пойму почему. Вот парень сейчас ехал ко мне навстречу и поворачивал налево, он по идее должен меня был пропускать, но он таким образом не посигналил, как будто вообще я никто и зовут меня никак. Извините, ребятки. Я хакер, мне можно. Где-то вон там. Полиция что-то взбунтовалась, на меня разозлилась. За что, спрашивается? Где-то прямо здесь, видимо, на крыше этого здания или что. А вот оно. Что-то странное нашел. По всему парку разбросаны эти сети. Черт, время поджимает. Глубоковато здесь, знаете ли. Там по мосту можно было пробежать. Я как придурок, а? Ладно, начнем. Вот здесь пирс есть. Нормально выглядит. Выглядит нелепо, кричит. Да ты выглядишь нелепо, придурок. Не очень оптимальный маршрут я выбрал. Надо было начинать либо слева направо, либо справа налево. Ну ладно. Надеюсь, успею. Полный назад. Блин, вот здесь, по-моему, будет головоломка с этим зданием. Нет. Ни хрена, правильно. Ай, зачем мне на камеру? Не надо мне камеру. Да нормально все, что ты кипишуешь? Не кипишуй, все ништяк. Да. Слово самому Рейкини. Я готов нанести третий удар. Тут у меня порезали весь доступ. Решили подстраховаться. Так, ну на этом островке, получается, мы все выполнили. Задание CTOS. На кой мне сюда надо было залазить? Я не знаю. Залез и залез. Ну, дурак, чё. Бедная женщина. Ты что сюда голову-то поставил? Так, давайте посмотрим, что у нас еще здесь есть. Городская инфраструктура. Нет, это нам не надо. Вот здесь чей-то глаз. Я думаю, можно сюда проехать. На вот этой вот шикарной точиле.
Церковь? Мы будем взламывать церковь? Это же богохульство! Это же не православненько. Не по-христиански. Нет, это не церковь, это что-то жилище. Так, ну вот он, щиток. Правда, напрямую я его не могу сломать. Как-то, значит, надо извращаться. Здесь... А, подожди, может быть, мне надо вытащить... Член? Не член, а этот. Ну, понятно, да, вы поняли. Так, обнаружена уязвимость. Куда идет кабель у нас? Твою мать, какой длинный кабель, а? Куда? Ладно, идем дальше. Кому-то на задний двор прибежали. Ага. Теперь дальше. Назад. По дороге ломаем людей. Ну, в смысле, взламываем их аккаунты. Google Plus. Их тупые аккаунты Google Plus. Ох, нихера себе. Тут человека замочили. Рак в стадии ремиссии. А, он от рака, видно, помер. Первое сообщение. Сегодня в 9:45 утра. Привет, пап. Давно что-то не созванивались. Ты там как? Дети уже соскучились. Подарок на Рождество тебе выбрали. Представляешь? А Рождество не за горами. Время летит. Я за тобой заеду. Погостишь у нас. Ты боишься нам надоесть, но... Пап, все это глупости. В общем, заеду. Ладно? Пока. Блин, жалко мужика. Семья, дети. Так и вот он, рак, никого не щадит. Так, преступление. Блин, преступление надоели мне, серьезно. По идее, надо было вызвать скорую. Хотя сын за ним сегодня должен заехать. Так что тело не останется там надолго. Так, это кладбище? Ничего, что я здесь на машинах разъезжаю. Так, чё, он его грохнет, нет? Да возьми ты пистолет, господи. Стой! У меня для тебя кое-что есть! Эй! Исчезни! Гадёныш, а?
Валим отсюда. Кладбище Святого Джозефа. Ну, давайте на моцике погоняем. Я ни разу в этой игре не гонял на моцике. И поедем мы сюда, что ли, какое-то расследование у нас здесь есть. В городе пропадают люди. Есть версия, что в Чикаго объявился маньяк, который оставляет зашифрованные сообщения на месте преступления. Найдите 6 пропавших без вести, чтобы разблокировать спецзадание. Чтобы узнать, насколько вы продвинулись задание, откройте шкалу прогресса. Окей. Блин, моцки, как всегда, упоротый. Ненавижу моцки в играх. Хотя они, конечно, быстрые. С этим не поспоришь. Да мне как бы туда. Сюда вот. Как-то здесь жутковато. Перехваченный звуковой сигнал. Никого здесь нету. Ох, твою мать. Труп. Один из 7 пропавших. Наша кровь смешается. Мы вены одного сердца. Кровь зверя. Я его ранил. Сильно ранил. Но он силен. Да какой-то просто маньяк, да, он не просто убивает людей. Делает из этого как какой-то ритуал. Эй, выпустите меня, уроды. Надо валить с места преступления. И сваливать мы будем... Это еще какое-то расследование было. А, вот здесь. Так, мотоциклы я больше не хочу. Я потихоньку начинаю свыкаться с управлением при вождении. Пропустил поворот. Ну ладно, тачка-то не моя, что, можно бить ее. Так, обнаружено преступление. Блин, жертва такая еще. Жалкая. Я думаю, надо будет пройти туда.
должен быть где-то здесь. От меня не скрыться. Так, пистолет на изготовку. Эй, поболтаем немножко, ладно? А, он сбитый, смотри. Я не уезжаю. Знаешь что? Ненавижу лжецов. Боже, нет, не пиши. Свали! Ну-ка, стой, засранец. Блин, может грохнуть его, а? Надоел он бегать за ним. Объект расследования ФБР. То есть еще за ним и ФБР гонялись. Группа хакеров, известная как DeadSec, предупреждает жителей о... 580 баксов, неплохо. Группа утверждает, что наемные хакеры по заказу терроризма. Так, где-то на той улице даже. Новый этап рядом. Кашран. Что это такое? Где-то внутри этого здания, что ли? Хорошо, хорошо. Да, я не знаю. Что ты сделал? Подножку поставил. Увидел, что он идет, ну и выставил ногу. Зачем? Когда он прошел, сработала сигналка. Но он не остановился. Наоборот, быстрее пошел. Я... Блин, как туда пробраться теперь внутрь этого здания? Эй, что ты меня фоткаешь, придурок? Так, какую-то посылку, смотри, оставляю здесь. Важный предмет. Далековато? Да нет, собственно, недалековато. Давайте смотаемся. Где-то прям там, что ли? Ух ты, ни хрена себе. Электронные компоненты. Норм так. Так, и все же, как попасть в это здание? Пацаны, извините, мне так короче.
Он так на машине во все ударяется, как будто бы к машине прилеплены там мини-бомбы какие-то. Может, на машине туда заезжать? Да, нет, не похоже. Там явно что-то есть, да, смотри. Вон ящик этот. Что-то еще. Я просто устала. Устала быть опорой, быть сильной, чтобы остальные могли быть слабыми. Ты не можешь? А, вот, смотри. Что-то идет на крышу. Вроде как. Потом туда. Сюда, да? Ладно, возможно, не в эту, не на эту камеру, на эту надо переключиться. Правильно. Что-то я далеко уже ушел от этого места. Возможно, надо пешочком самому сходить через 33 квартала. Где-то вот здесь они теряются. Да, это я сломать не могу. Идет куда-то. А, вот она, смотри, да? Нет. Блин, куда-то наверх идет. А, вот оно, смотри-ка, зараза, где. Открываем здесь. Потом здесь. Потом переключаемся сюда. Блин, здесь не вижу я ее. Здесь надо вручную уже. Глаза косоватые, нос большой. Сиськи ничего, но лучше бы больше. На трешку не встанет. Ага, рожа как у мопса, руки как у гнома. Эй, свитер сиськи заслонил. Тупо двойка не встанет. А ничего. Милаха, низковато вроде бы, но... Так, норм. Загар, все дела.
Ну, окей. Пятера встанет в грустный день. О, блин! Твою ж мать, это ж... Фу, блевота. Мать. Ах, елки, боже ж мой, да, фу. Так, ладно, уходим. Но это не то задание, которое я ожидал. Я думал, что мы откроем. Так, шкала прогресса. Эффективный двухместный автомобиль, настоящий дикий зверь. Вторжение в частную жизнь, 5 из 30. Я думал, мы как-то вот эти ворота откроем. Что? Ну и все-таки как-то можно открыть, да вот это не даром идет линия. Туда на крышу. Нам надо просто как-то пробраться на крышу. А, вот она на крышу идет. Идет через дорогу. Идет на эту крышу. И, в общем-то, на этой крыше где-то она... Нихера себе. Нихера себе, ты кто такой? Нормально я его так снял. Футбольный фанат, да? Охренеть. Так, ну загадка где-то кроется на крыше этого здания. А, ты там у нас есть камера. Так, есть. Отлично. Перехваченный звуковой файл. Что у нас здесь? Осколочные гранаты. Пакет в условленном месте. Это образец. Зацени. Крутая штука. Перезвоним через пару недель, перетрем. Так, ну что ж... Давайте на этом закончим очередную серию. Блин, вот эти секретики я обожаю просто. Что было в Assassin's Creed и в других играх от Ubisoft. Здесь это сделали просто шикарнейше. Если вам нравится, ставьте большой палец вверх, комментируйте. И обязательно подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Всем желаю всего доброго. Пока.